Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Нет, нельзя. Надо знать. Это можно. У меня мама грузинка. А ты, паршивый чатлан, цакодень, и седаун, когда с пацаком разговариваешь. Значит, сработала эта хреновина. Значит так, солнце на западе, значит, Ашхабад там. Здравствуйте, вы наши туристы, отстали от группы. Подбросьте нас до города, а там мы как-нибудь уже сами. Что они хотят? Кони хотят. Кончай филони, дядя Вова. Это не дирижабль, балда. Это последний выдох господина Паже. Мы из Советского Союза прибыли по культурному обмену. Наши знают, где мы. Ищут. Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Принеси песочку, родной. Как же вы без гравица по пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной. Клади КЦ, получишь гравица. Вообще-то я не специалист. Всем постав. Гадюшник с колесиками сюда, ку. А ты кто? Я грузин. Нет. Ты тоже подсак. Ты подсак. И он подсак. Нет, Геноцвале. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Thank you.
Прибалдел, родной? Откуда на Плюке моря? Из них давным-давно лут сделали. Люк — четландская планета, поэтому мы, подсаки, должны цаки носить. Подсаки четланам на голову сели! Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. Я ему тысячу раз говорил, что в центр надо лететь. А он жадный, как все четлане. На 2 четла дешевле. Тьфу. Тормози! 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 Как я могу затормозить, когда ты всю тормозную жидкость выпил, алкаш?